Всем привет! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И вот сегодня я... Вот такой у меня персонаж. Я буду за него играть. Ну ладно, погнали. Мы нажимаем на ловушки. Вам сейчас понравится этот... дом. Големы мои. Как я вам покажу, как их сделать. Потому что некоторые из вас всегда путаются, не знают, как сделать голема. Яйцо там не нужно для голема. Тут легко сделать. И вот мой, в принципе, дом. Вот я сейчас с высоты его покажу. Вот он. У меня картин нету, я их буду ставить. Я дом свой недавно открыл. Смотрите, я могу на сундук сверху зайти. Ладно, вы... Это уходим. Здесь у меня тоже есть. Сундук этот, ничего про него не говорите. Он. Там нет ничего. Интересно. Я сделала с глазированной такой палитры. Никак. Ну вот они, мои големы. Так, никто не отвечает. Ладно, берем с вами железо. Железный слиток берем. И еще мы должны с вами взять тыковку. Обычную тыковку. Сначала берем вот так. Так, ставим. Так. И та-дам! Настоящий голем получился. Вон, видите? Этих големов я сделал уже миллион. Их много. Я сделал этих големов. Тут, сейчас я его сдвину. Так, очень легко делается эта поделка. Можно попробовать сделать с этим светящимся слитком. Я не знаю, получится ли, навряд ли. Знает. Отойди. Так, сейчас мы берем, находим. Вот. Ну, получился такой же голем. Попробуем вот так. По приколу. Сейчас отодвину. Отойди. Так. И ты тоже отойди. Отойди. Вон, найди воду. Нет, не получилось. Попробую сделать из этой тыковки. Не, не получится. Ну, их, в принципе, делать очень легко. Такие големы. Они очень просто делать их. Их можно очень много сделать. Они очень способны для зомбиков, чтобы их быстро убить. Они за два удара могут убить. Смотрите, как. Сейчас мы возьмем зомби. Так. Опа. Видите, как быстро произошло. Наш один горит. Смотрите, мы сейчас на самом целом миллион их. Видите, они все начинают срываться идти. Вон, видите, я целый парад тут сделал их. И так. Сейчас я сделаю целый тут проход огромный. Они будут соревноваться против кого-то. И продолжаем. Так, извини. Так, чтобы нам сделать красную... Ну, площадь, просто площадь. Берем и вот так делаем. Они будут соревноваться. Она очень огромная. Площадь будет очень длинная. Площадь. Два слитка не будут. Вот она, вон, какая длинная будет. Очень длинная. Специально так надо. Я делаю второй этот слиток. Если зачем это делать, даже не спрашивайте меня. Все равно так надо, чтобы они не выпрыгнули. Не вышли за пределы. Вот я про это вам и говорю. Сейчас мы проверим длину. Да. Все правильно.
Чтобы никто не вошел сюда, мы закрываем дверью специальной. Она будет стоять у нас. Железная дверь специальная. Житель никто не сможет проникнуть сюда. Всех тех, которые войдут, пока мы ничего не начинали, я их успею прогнать отсюда. Ну вот, в принципе, у нас готово. Сейчас вот тут мы тоже сделаем вот так. Я же вам правду говорю, чтобы никто не прыгнул сюда. То вот так, бац, и все. Вот все, никто видите не прыгнет. Так, уже вечер у нас подходит. Но это нас не волнует, все равно мы делаем работу. Все, вот у нас готово. А, да что такое, не могу сделать. И тут тоже один поставлю. Блин, ночь садится уже. Как не было. Ладно, мы успеем закончить работу. Берем дверь. Где у нас дверь? Дверь. Где дверь? Дверь. Мы делаем железную дверь. Она нам уже ночь. Начинает ночь идти. Понятно, что ночь идет уже. Уже 11 часов ночи тут. Да, жаль. Мне надо было все успеть сделать. Это что такое? Вы видите? Я опускаю камеру, она берет. Смотрите. Летящий по на. Ладно, не будем мы отвлекаться на всякие ерунды. И мы это продолжаем. Так, сюда ставим. Вот у нас готово. Так. Соревнование будет утром. Сейчас нам еще надо туда пойти. Вот тут мы еще не закончили. Так, сюда ставим. Видите, невидимая дверь. Так, у нас... Глючит он Майнкрафт. Так. Вот так. Вот все. Готово. Тоже по двум слиткам ставим. Вот так. И сюда же ставим. Теперь нам надо расставить кнопки специальные. Сюда надо тоже много кнопок наставить. Вот так. Так, иду к себе домой. Так, уже ночь. Все. Житель, уйди, откуда ты здесь появился? Все, полетели.
Полетели. Ой, ладно, поспим. Так, все, утро у нас, выходим. У меня всю ночь стояла дверь открытая. Все, мы летим к тому соревновательному части. Так, у нас участвует зомби против вот этих голем. И теперь големы. А, берем золото. Все. Здесь тоже кнопки. А, кстати, не надо. Ну ладно, пускай поставим кнопки тут. Где кнопка? Здесь у нас будет плита. Да, работает. Вау, золотые. Она большой. Сегодня очень ужасный день на свете. Да, у тебя каждый день ужасный. А, сегодня... Понедельник, ужасный во вторник, ужасный среда, ужасный... Потому что ничего не учишь, не хочешь ничего учить. Поэтому ты каждый день будет ужасный. А если бы учить, долго ты нормально. А тебе не... Тебе не хочется, тебе хочется гулять только. И сидишь в компьютере. Вот и все. Поэтому ты каждый день будет ужасный. Татка, мама.